Дорогой Владимир Владимирович Путин, помоги этим европейцам. Смотри, как замерзают, как они живут. Ну, зачем вы газ-то им? Ну, продайте им газ-то наконец-то. Смотрите, как живут, страшно. Путин, помоги, пожалуйста, европейцам. Вот они уже начали разбирать мебель, топиться нечем. Погибает Европа без великого Путина. Куда смотрит Владимир Владимирович, не понимаю. Европейцы уж скоро, наверное, и в Россию побегут за дровами-то. Вон, бля, канализация у них позамерзала, вот туалет построили. Блядь, кошмар. Скоро все лидеры Европы станут на колени перед Владимиром Путиным и будут просить газ. О, а мы, россияне, щедрые, очень добрые. Мы, конечно, им поможем, дадим газ. Проведем им канализацию. А то вот в Европе какая канализация. О, вы бы запах вообще чувствовали. Европейский запах. Фу, бля.